Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду. Как ваши дела? Я надеюсь, что все у вас хорошо. У нас тоже все более или менее. И сегодня, как вы поняли, наверное, мы идем в Uniqlo, в котором мы давно не были. И я все-таки надеюсь, что мне удастся найти что-то интересное, чтобы примерить для вас и показать вам что-то такое, чего мы еще не видели. Давайте посмотрим. Есть ли у них новинки? На самом деле уже начали поступать зимние-осенние вещи. Ну что значит начали? Они у них, в общем, и не прекращаются никогда. Если честно, вы помните мои видео из Uniqlo даже летом? У них всегда висят вот эти вот пуховые куртки, вот типа вот этих жилеты. Всегда есть они в наличии. Так что сказать, что это прям такой зимний-зимний у них ассортимент, то нет. Они у них круглый год. Ну вот свитера, конечно, появились свитера, начали появляться свитера. Вот кардиганы всякие, кофточки такие тоже из года в год у них одно и то же, одно и то же, одно и то же. Единственное, что меняется, это цена. Подорожали они немного, но подорожали они еще в прошлом году. Все шерстяные свитера и кардиганы в Uniqlo стали стоить $50, стоили 40. Ну, как бы это подорожание, но не такое уж и страшное, учитывая то, что все остальное дорожает больше скоростью, по-моему, чем одежда в Uniqlo. Я недавно сходила в магазин. Знаете, отвлекусь. Вы пока смотрите на экраны, я вам буду рассказывать. У нас закупки в семье продуктов совершает мой муж. Я ему очень благодарна, я не люблю ходить по суперам. Поэтому я знаю цену очень приблизительно. Последний раз, когда я была в супермаркете, я, ну, помню примерно, что сколько стоило. И, в общем, я не была давно. А тут у меня сын попросил картошки жареные. Я поехала в магазин, вот как раз у нас кончилась дома картошка. Я поехала в магазин за картошкой, чисто только за картошкой. Я зашла и с ужасом обнаружила, что паунд картошки стоит $2,5. Паунд это, у нас все в паундах, значит паунд это полкило. То есть $5 стоит килограмм картошки. Я купила несколько картошин на один раз моему ребеночку поесть на $7, 7,50. Вышла совершенно офигевшая из супера, потому что... Ну, знаете, картошка, это же картошка. Вот, ну, короче, отвлеклась я. Давайте вернемся в Uniqlo. Да, поэтому я хочу сказать, что на фоне этого, как бы, подорожание на $10 шерстяных свитеров в Uniqlo, это выглядит вообще даже просто, даже вообще смешно. Вот тоже, это тоже новое поступление, зимняя коллекция. Я с вами рассказываю про картошку, пропустила, наверное, все, что... Ну, в общем, вы все видели сами. Значит, это тоже зимняя коллекция, новое поступление. Это такие свитера-гольфы, знаете, так и вязка лапшой. Они сейчас... Ой, я вам наврала, это не новое поступление. Они сейчас все на распродаже. Значит, это... Нет, это старые свитера, которые уже у них были, потому что они вышли на распродажу за $30. Сейчас они стоят $29.90. Вот это новые свитера, но они абсолютно такие же, абсолютно 100% такие же, как у них были всегда. Вот эти, помните, 3D свитера, 100% хлопка они, по-моему. И они вот появились разных цветов. Такой сиреневый, малиновый, голубой. Но есть и такие базовые цвета, бежевый, серый, коричневый, черный. Вот это, по-моему, новое поступление. Да, вот я их засняла, эти свитера, на вешалке, чтобы разглядеть вам получше. Вот видите, все цвета висят. Не все, вернее, а базовые цвета висят. И один сиреневый свитер. До этого там были свитера за $40, по-моему. Вот эти вот, они шерстяные. Кстати, так интересно, что вот эти стоят 40, а вот те кардиганы на пуговицах были 50. Может быть, они не 100% шерсть. Вы знаете, я... Когда делаю озвучку, то у меня очень маленький экран в углу телефона. И я, если честно, не вижу, что я показываю. Вернее, я вижу, но очень-очень мелко. Поэтому я не могу прочитать цену. Вы, наверное, лучше меня видите. Поэтому вот и состав. Я где-то пыталась так заснять состав и цену. Кстати, примерки будут сегодня. В конце этого видео примерок будет очень мало, потому что особо нечего примерять. Но вот из нового вот эти вот свитера... которые совершенно такие же, как были у них и в прошлом году, и позапрошлом. И, в общем, трудно с ними составить какие-то интересные образы, потому что это такие базовые, очень базовые свитера, которые используются
ну вот в каждодневном нашем гардеробе. Вот это, видите, написано, что это новое поступление. Обыкновенные совершенно вот такие вот свитера и кардиганы. Вот эти тоже на пуговицах. По-моему, у них, да, 100% шерсть. И да, есть такие кардиганчики, а есть как свитер. Но очень-очень-очень таких базовых-базовых фасонов. Очень хотелось чего-то интересного. Ну, вот шляпы. Кстати, шляпу взяла в примерочную померить. Очень хотелось каких-то коллабораций, но пока ничего нету. Я очень жду коллаборацию с Инес де ла Фризанж, потому что у нее всегда очень красивая одежда. Но пока нету ничего. На веб-сайте тоже как-то есть каких-то пару платьев, но что-то как-то не впечатлило меня. А это никакая не коллаборация. Это просто платье Uniqlo. Может быть, это и коллаборация, но какая-то не очень значительная. Вот все последние годы, когда-то у них была коллаб с Маримека, самые были красивые мои вещи из Uniqlo, это коллаборация с Маримека. Потом у них было Uniqlo U, потом было J+, по-моему. В общем, ну, я думаю, что они еще все приедут, просто как-то еще не доехали до нас. На веб-сайте тоже ничего такого нету. Красивые платочки симпатичные. Я, вы знаете, так смешно, они так высоко висели, я пыталась до него дотянуться, чтобы посмотреть состав, но я не смогла не дотянуться, я прыгала под этими платками, пыталась его сдернуть, чтобы заснять состав, мне было интересно, с чего оно сделано. Короче, вот очередные платья в цветочек, чайные, как я их называю, и их очень много сейчас в Uniqlo. Вот это, например, платье. Я, кстати, взяла его в примерочную за то, что оно полностью хлопковое. И само платье, и подкладка у него сделаны из 100% хлопка, что в последнее время в Uniqlo редкость. У них сейчас такая мода пошла, что само платье хлопковое, а подкладка синтетическая, что совершенно как бы, ну, не имеет никакого смысла тогда вообще делать это платье из хлопка. Вот. Но оно такое вот, дождитесь примерок, я его примерила. Оно симпатичное платьице такое. Ничего особенного, но приятное, симпатичное платье. Да, это тоже какие-то свитера, кофты. А вот эти платья, кстати, помните, я в одном из своих прошлых влогов примеряла коричневое вот такое платье. Оно, несмотря на внешнее свое такое незатейливость, так сказать, хотел сказать, неказистость. Нет, оно казистое, но оно незатейливое. Оно прекрасно лежит на фигуре, делает фигуру прям такой, прям, знаете, очень такой прям песочные часы. Так вот, я ждала, что они выйдут на сейл, но они не вышли на сейл. Но я видела их на веб-сайте, их было много. И был еще какой-то другой цвет, по-моему, сиреневый. Здесь был такой розовый, а есть еще, по-моему, темно-сиреневый. Но я не уверена. Но они все еще по $40, они все еще не на распродаже. Лет кончается уже, они все еще как-то вот эти летние платья тянут почему-то и не выставляют на сейл. Очень странно. Ну вот, опять же, пуховички их добавились. Вот когда я была зимой, их было немного, и они были такие совершенно обычные, вот эти базовые. А вот сейчас появились вот такие вот, с такой простежкой, ромбом и без воротника. То есть их удобно надевать под что-то вниз, под пальто, или, наоборот, сверху надевать какой-то шарф. Вот у нее, по-моему, две цели, вот эти вот пуховички без воротников. Видите, у них такой как будто вырез мысиком такой, я бы сказала, воротничок. Мне кажется, что они очень удобны именно тем, что можно какой-то красивый шарф навертеть или надеть под пальто. И вот размеры, видите, от экстра-экстра small до экстра-экстра large. Вот Uniqlo молодцы, они, конечно, делают много разных размеров. И это тоже новое поступление. Также вот жилеты появились. За $60 жилет. А пуховики, по-моему, были по 100 или по 80, что-то такое. Вот, ну, в общем, да, вот такие вот новости. Вот это тоже новые вещи, это пиджаки, жакеты. Может быть, надо будет померить в следующий раз. Это уже как бы зимняя коллекция. Тоже такие базовые, я бы сказала, в мелкую-мелкую клеточку. Они есть вот такой вот в клетку. Потом я там дальше покажу еще, по-моему, коричневого цвета. В общем, может быть, немножко другое. А здесь, видите, вот здесь они висели черные и в такую мелкую клеточку. И это такие блузы. Вот они, по-моему, висят. Блузы-рубашки. Тоже это такая вечная тема Uniqlo. А вот эти вот летние топики. Я, кстати, тоже взяла его в примерочную. Я примеряла в цветочек один раз. И сегодня я взяла белый. Вот это тоже, значит, вот жакеты у них. Кстати, они, эти топики не на распродаже. Они очень симпатичные. Мне они понравились.
но они все еще за полную цену. И вот были жакеты, вот эти брюки такие офисные, деловые, очень-очень строгие. Вот эти вот вышли на распродажу, нашли их. Они сейчас по $20, $19.90. Они очень симпатичные. Вот этот белый я тоже примеряла в одном из своих прошлых влогов. Ну все, я заболталась, а нам уже давно пора в примерочную. Я думаю, что вы уже заждались. Итак, приятного просмотра. Девушки, привет! Я в примерочной Uniqlo. Мерить особенно так сильно нечего, показывать тоже, поэтому я принесла то, что, ну, что-то хотя бы что-то, что можно примерить. Кстати, очень интересную вельветовую рубашку из мужского отдела. Давайте померяем, но сначала я хочу примерить вам шляпу. Ой, сейчас. Мне показалась она прикольная. Кстати, шляпа классная. Я люблю такие с широкими полями. Прямо дама-мадама. Но я люблю такую. Она такая, знаете, королизно-отпускная. Классная, кстати, шляпенция. И, по-моему, не идет. Давно я не примеряла шляпу. Помните, как я раньше любила примерять шляпу в разных магазинах? Вот. Ну что-то в последнее время я что-то не верила. Ну вот, пришла. Принесла шляпку. $30 она стоит, и она сделана из бумаги. Это не соломка. Ну, вот такая шляпинь. Симпатичная. Они еще есть серые и светло-светло-бежевые. Джинсы очень небольшие. Они были или очень маленькие, или очень большие. Я принесла очень большие, но они были такие очень большие. Они сейчас на сейле после B50. Сейчас они стоят 30. Хорошая цена, хорошие дырки, люблю, но они огромные, просто огромные. Я абсолютно не могла представить, что они такие могут быть большие. Я их подпоясывала своим поясом, но на самом деле они мне, конечно, огромные. Так, идея была примерить джинсы с этой белой блузкой. Я, по-моему, ее примеряла, но не белую, а я примеряла какую-то цветную, цветочек. Думала, они, может, на распродажу вышли, но нет, они по-прежнему стоят $35. Хлопок, я примеряла уже эту блузку. Она очень симпатичная, но $35 она стоит. И вот хотела я вот так вот с джинсами, знаете, с дырками, с такой белой блузочкой. Но джинсы огромные-преогромные. Выглядит это глупо. Супер прикольная мужская рубашка, вельветовая. Сейчас пойду в это зеркало, здесь нужно близко показать. Смотрите, какая она классная. Крупный такой вельвет. Они есть серые, синие, вот такая зеленая, бежевая, коричневая, в общем, разные. И вот такой вот расслабленном таком виде с джинсами, с какой-нибудь такой романтической кофточкой с оборочками и с такой вот мужской рубахой и со шляпой будет супер. Супер лук, курортный лук выходного дня. Ну что, прикольно, правда? Если бы джинсы мне были по размеру и, в принципе, как бы так сидели бы на мне получше, так было бы классно. Немножко я похожа на Страшилу из «Волшебника изумрудного города», правда? Если вы не помните, Страшила — это был пугало огородное. У него тоже была шляпа, вот такие большие драные джинсы. И как еще на таких, на шлейках таких, на, знаете, как комбинезон такой. И ну, такая вот рубаха сверху. Мне кажется, вот в мультике или в фильме был Страшила, вот очень похоже одетый. Такой, знаете, а-ля американский фермер. И я вот тоже сейчас подстраиваюсь. Но, в принципе, это такой кул, такой casual look. Вполне даже очень симпатично. Рубашка мне серьезно нравится. Единственное, что она стоит $50. И это очень немало. Для такой, знаете, мужской рубахи. Но мне очень нравится ее цвет. И такой крупный вельвет. Очень нравится. Прикольно. Так, я размер медиум примеряла. Стоит она $50. Видите, она хоть и мужская, но размер нужен. Но медиум мне хорошо, по-моему. Ларж не надо, а смол был бы мне маленький. Но мне нравятся ее ткани, вот качество классное. Она же хлопковая, наверное, да? Да, 100% хлопок. Хорошие платьица парашют с карманами. Ну, вы знаете, этих платьев парашютов везде, в любом магазине.
Единственное, что, чем оно хорошо отличается от предыдущих платьев парашютов, которые я мерила здесь же в Uniqlo, что оно хлопковая подкладка и хлопковые вот само платье и подкладка. Потому что помните, я примеряла платье, которое из хлопка как будто бы, а подкладка прям синтетическая, и это очень неприятно. А это хорошенькое такое, клевое, нравится мне оно. Коротенькое, с карманами. Разных расцветок они есть. И квадратный вырез, такой рукав фонариком. Кстати, мне вот это нравится. Вырез и рукав вот это. Симпатичная, правда? Ну, оно вот стоит, не помню, много. В общем, не буду, конечно, я покупать его, и мне не надо. И вообще оно совсем не дешевое. Долларов 50 или 60, я даже не знаю. Ну, в общем, хорошее доплатится, в принципе, но... Всех платьев не купишь, да? Так, это был медиум. $50 оно стоит. Видите, вот здесь написано, что 100% хлопок и 100% хлопок. И вот так оно сделано. Швы кривые. Ну, посмотрите, девочки, что вы хотите. Все, девочки, такие у нас сегодня были примерки. Не очень удачные. Ну, что было, то и примеряла. Я даже название придумала для этого видео. Оделась как чучело, как пугало огородное, мне не было. Это правда. Все. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была ваша Дита. Пока-пока, Майя.